имя Отца и Сына, и Святаго Духа, дорогие братья и сестры. Сегодня, в седьмую неделю по Пасхе, мы празднуем память святых отцов Первого Вселенского Собора. Святые отцы Первого Вселенского Собора приняли никейский символ веры, окончательно отреклись от иудаизма, назначили воскресенье выходным вместо субботы, окончательно приняли время празднования Святой Пасхи и приняли 20 канонов. Но самое главное, святые отцы, они осудили арианскую и другие ереси. Арианство – это одна из ранних течений в христианстве, которая гласит о неединосущности Сына с Богом Отцом. На Первом Вселенском Соборе присутствовал святитель Николай Чудотворец. И когда святитель Николай Чудотворец услышал клевету еретика Ария, который говорил неверные вещи про Божью Матерь, святитель Николай Чудотворец не выдержал и ударил еретика Ария по щеке. За это члены собора посчитали это превышением полномочий святителя Николая Чудотворца и заточили его под стражу. Но ночью некоторым из членов собора, особенно самым духовным отцам, явилась Божья Матерь и Господь Иисус Христос. Видение было таковым: Господь дает святителю Николаю Евангелие, а Божья Матерь надевает на святителя Николая Чудотворца священный омофорн. После этого священнослужители и святые отцы рассказали друг другу про это сновидение и решили упомянуть его на соборе. И после того, как на Первом Вселенском соборе было оглашено это сновидение, святые отцы поняли то, что сама Божья Матерь и Господь Иисус Христос заступили за святителя Николая Чудотворца, поскольку святитель Николай Чудотворец защищал православную веру. И здесь святитель Николай Чудотворец показывает нам, что какие ни были бы аргументы к той или иной ереси, нужно верить и молиться Богу нашему Иисусу Христу, чтобы Он направлял нас на путь истинный. Аминь.